Главенствует закон. Я вам официально заявляю, если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будь он москвич или старобрачанин, открыт огонь на поражение. С нами должно считаться, мы не имеем права выезжать элементарно на территории Ингушетии, проводить против террористов, экстремистов мероприятий. Если вы хозяева своей территории, то должны контролировать. Приехал в масках, касках, значит, они преступники. У нас 21 век. Хватит нам. Уничтожали нас, оскорбляли, унижали. Мы не для этого принимали конституцию, законы, чтобы нас убивали. Конкалатов не имеет права, ведь Министерство внутренних дел Чеченской Республики выезжает по мероприятию.